У эфіры праграма «Навіны рэгіёна» у студыі Кацярына Гарадніцкая. Вітаю вас і сёння ў выпуску глядзіце. Микрорайон развивается, и крайне необходим здесь детский садик. Это в первую очередь было принято решение о начале его строительства. Новые дитячие садки у новых микрорайонах. Понижение температуры и ночью заморозки до минус 5. Коли чакать снег, прогнозы синоптиков. Песни, конкурсы, тематичные подворья и шмат осеньской продукции. Кермаши разностаять житё в области. Аб'ёмы будаўніцтва жылля ў Магілёве сёлета павялічаны ў параўнанні з мінулым годам. 155 тысяч квадратных метраў плануецца пабудаваць у абласным цэнтры за 2017 год. Гэта амаль на 10 тысяч квадратных метраў больш, чым летась, паведамілі ў магілёўскім гарвыканкаме. Больш за 60% запланаванага пабудавалі. Асноўны аб'ём выкананых работ належыць галоўнаму забудоўшчыку горада ўправлення капітальным будаўніцтвам. За 8 месяцаў яны ўзвялі 76 тысяч квадратаў. Гэта арэнднае жыллё і жыллё з дзяжпадтрымкай. Дарэчы, з уступленнем у сілу указы прэзідэнта номер 240 аб адрасным субсідзіраванні жыллёвага будаўніцтва. Узводзіць жыллё сталі больш актыўна. Гэта ў асноўным кватэры для шматдзетных сем'яў. Узводзяць іх па вуліцах Стасава, Грышына, Чырвонага флота. А на лето мяркуюць яшчэ павялічыць аб'ёмы. Цяпер заключаюць дамовы на ільготнае крэдытаванне жылля. Пры будаўніцтве жылля, асабліва для маладых сем'яў, актуальнае пытанне ўладкавання малых у дашкольную установу. У мікрараёне Казіміраўка, дзе цяпер ідзе актыўная забудова, згодна генплана Магілёва, вводзяць дзіцячы садок на 240 месцаў. Дашкольную установу плануюць здаць у лістападзе. Будаўнікі гавораць пра высокую ступень гатоўнасці аб'екта. Якім ён будзе звонку і знутры, убачыла Крыстіна Каранкевіч. Яшчэ недавно на гэтым участку мікрараёна Казіміраўка стаяла толькі некалькі дамоў. За высокімі тэмпамі будаўніцтва мы не паспяваем сачыць. Між тым, любы новы мікрараён мае на ўвазе сацыяльныя аб'екты. Учитывая то, что микрорайон развивается и крайне необходим здесь детский садик, это в первую очередь, было принято решение о начале его строительства. Приступили к строительству в конце прошлого года. И, как видите, на сегодняшний день готовность садика очень высокая. Гэта тыповы трохпавярховы садок. Такі ж управление капитальным будаўніцтвам узводзіла у микрорайоне спадарожнік. Проект, распрацаваны институтом Магілёў грамадзян проект. Сакавіты воблік садка адразу уздымае настрой. В проекте учтены, скажем так, те недоработки, которые были в ранее построенных садиках. Поэтому этот садик должен быть теплым, красивым, уютным. На гэты момант праведзены ўсе камунікацыі. Рамонт у групах зроблены, цяпер збіраюць і расстаўляюць мэблю. Кошт аб'екта папярэдня ацэньваюць у 7 200 000 рублёў. З 13 груп у новым садку будзе і адна для дзяцей з парушэннямі зроку. Яна будзе разлічана на 10 чалавек. Колер пакоя, мэблі, а таксама матэрыял для адукацыі будуць вельмі яркімі, каб дзецям было камфортна. Таксама праектам прадугледжаны басейн памерам 6 на 10 метраў. Асноўныя работы плануецца завершыць напрыканцы кастрычніка. І гэта будзе 96-я па ліку дашкольная установа ў Магілёве. Крыстіна Каранкевіч, Александр Артем'єў, «Навіна рэгіёна». Традыцыйна кожную суботу жыхары в области маюць магчымасць напрамую звярнуцца со сваімі пытаннямі да прадстаўнікоў улады. У гэты дзень ва ўсіх выканкамах в области ладзяцца прамыя телефонныя лініі. Так, 21 кастрычніка з 9 і до 12 гадзін у Магілёўскім аблвыканкаме ваше тэлефанаванне будзе прымаць намеснік старшыні аблвыканкама Дмітрый Харытончык. Да яго вы можаце звярнуцца з пытаннямі па развіцці прамысловасці, паліваэнергетычнага комплексу в области і яго эфектыўнасці, навукова-тэхнічнай і інновацыйнай дзейнасці, праконсультавацца па пытаннях збору адходаў, стандартызацыі і жыллёвай палітыкі. Адначасова у Магілёўскім гарвыканкаме адказным за телефонную лінію будзе кіраўнік справамі Сергей Шынкарэнка. Патэлефанаваць да яго можна па нумару ў Магілёве 42-21-02. А ў Бабруйскім гарвыканкаме на вашы заўвагі і прапановы адкажа намеснік старшыні Александр Маркачоў. Музыка
Пробка протяглостью несколько километров. Раницей проспект Мира и мост по улице Королева у Могилеве практически стоял. Транспорт рухался марудно, автомобилисты, которые не могли долго чекать, разворачивались и выбирали другие маршруты. Как рассказали нашим журналистам у Держаутоинспекции, причиной такого вялизного затору стали две аварии. Яны отбылись на мосте по улице Королева прикладно одночасово. У одним ДТЗ по ланцугу стукнулися 5 легковых автомобилей, у другим 2 обошлося без потерпелых. По словам инспектора, водители были неуважливы и не вытримливали дистанцию. До того же рассказали у Держаутоинспекции, асфальтовое покрытие было слизким, мост про Днепр был заинилы. Водители оказались не готовы до таких умов на дворе. Инспекторы да и рекомендуют изменить стиль керования автомобиля с летнего на зимовый. Ось снега на выходных не чекается, кажут у Могилевском облгидромете. Это обумовлено антициклоном, який зараз проходит по нашей области. Але на глебе начинаются устанавливаться невеликие стабильные заморозки. Тому треба быть уважливыми. Синоптики тлумачат, что заморозки на приканце кастрычника уже обеспечены для вегетативного периода. И у вогули на дворе, якое усталевывается, для этого периода лишится нормальным. Невеликий минус у ночи и до плюс 7, плюс 10 градусов в день. Покуль без опадков. Коли узгадать шматгодовые назирания, кажут у облгидромете, самый ранний снег на Могилевщине выпал 28 вересня у 1977 года, а самый поздний 15 снежня 1938 года. Меж тем, с понеделка на территорию нашей области начнут поступать больше холодные поветренные массы. Чекается мощный ветер, порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра у ночи 0-5, у день плюс 2, плюс 7 градусов. И, как удокладняют синоптики, максимум на наступном тыдне мы и побачим первый сёлетний снег. Первые удельники «Золотого шляхера» приезжают в Могилев уже в субботу. Нагадаем, с 22 по 29 кастрычника Могилев принимает международный музычный форум. Сёлета у им удельничают представники 9 краин света. Серед первых гостей – оперные спеваки Аюшеевы и Африк Симон с Германии, выконался знакомитый «Хафанана». Дарэчы, як поведомили у касах филармонии, билеты амаль что раскупленные. Карыстаются попытом не только великие концерты открытё и закрытё. Цікавяцца, например, выступлением заслуженного коллектива Национального оркестра Беларуси под кіраўніцтвам Михаила Финберга. И выступлением областной филармонии. Яна на сёлетний «Золотый шлягер» подрыхтовала проект «Киномузыка. Золотая коллекция». Гэта 20 нумару. Музыка с любимых советских стужек и популярных замежных. У репертуара есть и музыка со знакомитых мультфильмов. Допомагать святочный настрой на шлягеры створать будут и самодельные коллективы Могилевщины. На пляцовце каля Палаца культуры в области разгорнется святочный кермаш, и он будет сустракать гостей с 22 по 29 кастрычника с 14.00 и до 20.00. Удел у кермаши возьмут многие предприемства гандлю, спажука операция, фермеры и сельгазорганизации в области, представники мясомолочной промысловости. Можно будет набыть огородину, саженцы, насенье, свежую рыбу, кондитерские вырыбы. Який ж кермаш без музыки, конкурсу и тематичных подворьев? Это все так само будет, обещают организаторы. Дарэчы, набыть продукцию нового урожая пропонуют уже у субботу. 21 кастрычника буйный городский кермаш пройдет с 10 раницы до 17 годин. Место знаходжения так само вядомое. Каля Палаца культуры в области, недалеко от аттракционов. Традиционно лидерами продажи на кермашах у вересні были бульба, капуста и цибуля. Усяго за сезон на Могилевщине планируется провести каля 400 кермашов и кермашиков. Каучэг с частинкой мошшаў блаженной Матроны у понеделок 23-го кастрычника будет перенесены со Спаса Преображенского собора у Подникольским жаночий монастырь. Про это поведомили у Могилевской епархии. Дарэчы, ранее планавалася, что мощи Матроны Московской будут находиться у Могилеве до 27-го кастрычника. Теперь поклониться святой и попросить про заповедное можно до 29-го кастрычника. По словам верников, черга до святыни великая. Часом стоять приходится по 3 и более годины. У Могилев автобусами едут паломники как с районов, так и с соседних областей. Актуальные новости в области на нашем сайте tvrmogilev.by. А я с вами развитываюсь. До встречи!